Но в областной столице, между тем, принимают иностранных гостей. Сегодня стартовал традиционный фестиваль «Дни Германии» в Тюмени. Мероприятия начались с открытия выставки немецкого фотографа Франка Херфорта. Кстати, одна из представленных работ стоит почти 1300 евро. Следом за презентацией началась Всероссийская конференция лингвистов. Один из главных обсуждаемых вопросов – какие клише влияют на наше восприятие друг друга? Ну, например, сейчас в Европе складывается новый образ россиян – богатые, громкие, любящие дорогие украшения, одежду и тусовки. Ну, в свою очередь, у нас ведь тоже есть определенные стереотипы о немцах. Ich bin ja kein Russe, deswegen kann мне сложно об этом судить, но я могу предположить, что на самом деле это правда. Мы действительно пунктуальны, мы действительно напряжены, мы действительно порядочны.